Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі Ростислав Мурзагулов, політтехнолог, політичний аналітик. Ростислав, привітаю. Друзі, вітаю. Наших глядачів традиційно закликаю бути активними. Чекаємо на ваші вподобайки, тематичні коментарі, чекаємо на ваші відгуки, на ваші підписки, на ваші поширення. Ну що ж, у нас на календарі 5 липня. 15:00 – це київський час. Ну і к новостям этого часу, Ростислав. Орбан все-таки в Москве. Вот уже появились кадры, где он сидит вместе с Путиным, будет общаться он с Путиным, в том числе и об Украине. Европейские чиновники говорят о том, что Орбан не проинформировал страны Евросоюза о своих планах поехать в Москву. Глава евродипломатии Боррель сказал, что это все, сейчас этот визит, в рамках двухсторонних отношений РФ и Венгрии. Ну вот на тех кадрах, которые уже появились в СМИ, Путин говорит о том, что на встрече с Орбаном Орбан якобы изложит ему свое видение ситуации в Украине, а также позицию Европы. То есть фактически Путин утверждает, что Орбан прибыл в Кремль, чтобы, ну, прибыл туда как председатель Совета ЕС, Венгрия, сейчас представляя Венгрию, да, которая председательствует в Совете ЕС. Вот в этой фразе Путина это выдача желаемого за действительное. И как вы видите, ваша трактовка вот этих вот сейчас вояжей Орбана? Каковы цели и задачи? Каковы ваше мнение по этому поводу? Ну, Путин, конечно, выдает желаемое за действительное. Он изображает к себе визит какого-то неимоверно большого европейского начальника, который на его стороне и всегда был на его стороне. Вот, и, соответственно, здесь, в общем-то, Путин считается как-то какой-то своей большой дипломатической победой. На самом деле, безусловно, таково это не является, поскольку Орбан, да, конечно, он брал от Путина деньги. Я думаю, что там деньги немало, и что это чистой воды, как бы это сказать, шкурничок. То, что Орбан любит Путина, и думаю, что давались деньги и на партию, думаю, что давались деньги и лично этому товарищу. Значит, добавлю, что это мое оценочное суждение, чтобы Орбан меня не судил, поскольку я живу в Европе. Значит, но, соответственно, от мнения своего не отказываюсь. Значит, и дело в том, что на самом деле Орбан сейчас для Путина делает достаточно большую услугу и очень важную, поскольку Зеленский Орбана принял. Это говорит о том, что, скорее всего, Зеленский понимал, и если даже ему пытались об этом не рассказывать, то, безусловно, у Зеленского есть разведка, одна из лучших на сегодняшний день в мире, я полагаю, которая рассказывала о том, что Орбан собирается ехать далее вот туда-то и туда-то. Соответственно, для Зеленского, значит, это некий понятный переговорщик. Ну, почему понятный переговорщик? Потому что все-таки человек живет в Европе, это один из соседей ближайших Украины. Значит, все-таки я думаю, что Орбан, несмотря на то, что своя рубашка к телу ему достаточно близка, и путинские денежки приятно оттягивают карман, но при этом все равно, наверное, Орбану где-то там в глубине души не хочется, чтобы в Европе дальше вот этот полыхал огромный пожар. И, соответственно, сегодня я думаю так, что вот планида визита Орбана вся была целиком посвящена тому, что они называют термином сегодня «прекращение огня». То есть это не мирный договор, это не заключение перемирия, это именно прекращение огня без каких бы то ни было больших обязательств и под какие-то чьи-то гарантии. Соответственно, вообще мои источники в Москве, вот в средних там эшелонах власти, где я по-прежнему имею контакты, они вообще говорят о том, что все, война кончилась. Они считают, что это практически вопрос решенный, что миссия, которую выполняли различные посредники, в том числе Орбан, что они достигли успеха, что украинская сторона согласилась на то, чтобы вот пока стороны, которые вот, находятся по разные стороны окопов, чтобы они друг друга на некоторое время прекратили убивать. Значит, далее, по мнению российской, подчеркиваю, стороны, вот по мнению вот тех вот источников, которые у меня есть, далее население стран привыкнет к тому, что вместо обычных победных реляций новости идут только о том, что на фронте ничего не происходит. И, соответственно, население к этому привыкнет, перестанет требовать каких-то побед и будет требовать просто спокойной дальнейшей жизни. Значит, и, соответственно, отсутствие мобилизации, отсутствие работы там, различных комиссий, которые вылавливают призывников и так далее, и тому подобное. Соответственно, вот то, как Москва все это видит. А будет ли это на самом деле так, это мы с вами узнаем в ближайшие недели, я думаю, потому что если действительно
эта планида поддержана обеими сторонами, то я думаю, что тянуть долго для них большого смысла нет. И здесь я, в общем-то, наверное, согласен с теми экспертами, которые говорят о том, что война в течение нескольких месяцев притихнет и превратится в такой долгий, неприятный, вялотекущий конфликтный процесс а-ля арабы-израильтяне и многие-многие другие точки на планете Земля, которые функционируют вот примерно так же, с большой взаимной ненавистью, с большими взаимными претензиями, но чаще всего без горячей войны. В этом есть сейчас свои... Владислав, смотрите, по состоянию на текущий момент, сейчас боестолкновения по всей линии фронта. И наши военные генштаб говорят о том, что, ну, собственно говоря, обострена ситуация. Нельзя выделять какой-то отдельный участок, говорить, что там вот более ведутся ожесточенные бои, чем где-либо еще. Поэтому вот то, что вы говорите, оно как-то в ту канву, которую на сегодняшний момент мы имеем, и ситуацию, которую мы имеем на поле боя, она как-то не вписывается. А дело так, в том, что, да, это так, на самом деле, действительно, я знаю о том, что постоянно сейчас российская армия дергает своих украинских визави, но это делается как раз для того, чтобы, грубо говоря, свои переговорные позиции упрочить. Они таким образом как бы показывают, смотрите, мы можем вас беспокоить по всему фронту, мы можем устраивать маленькие вылазки, мы можем даже какое-то большое наступление сейчас организовать, хотя в это, я думаю, что никто уже особенно не верит. И вот это делается именно с этой целью, чтобы, грубо говоря, заставить другую сторону быть сговорчивее. Но еще один момент, который мы наблюдаем последние дни и достаточно интенсивно, Россия интенсифицировала удары дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре. Одесса, Днепр, южные регионы, север, вот воздушные тревоги у нас буквально несколько часов назад звучали в Киевской области, поэтому тоже это как-то вот в ту теорию, которую вы изложили, абсолютно не вписывается. Нет, почему? Это как раз вписывается в то, что я сказал чуть выше, потому что Россия, к сожалению, давно уже предприняла вот эту вот такую абсолютно террористическую тактику, когда они удары наносят не только по военным объектам, но и по гражданскому населению, для того, чтобы гражданское население вынудить, заставить пойти к своим властям и заставить свои власти пойти на какие-то переговорные уступки Путину. Собственно, это та тактика, которая давно Путиным предпринята на вооружение, и та тактика, которая, надо сказать, не находит большой поддержки там в украинском населении, потому что люди понимают, что это терроризм, что это их заставляют, шантажируют, выламывают руки, но Путин ничего лучше придумать уже не может, поэтому продолжает действовать именно так. Я хочу вернуться опять к Орбану, и с точки зрения вот как политтехнолог хочу, чтобы вы прокомментировали один интересный момент. Как раз в день визита Орбана в Москву венгерское независимое издание «Телекс» публикует соцопрос аналитического центра «Policy Solution». Согласно этому опросу, венгры считают наибольшей угрозой Украину 51%, далее Россия 46%, Китай 34%, США 34%. При этом, значит, в этом материале утверждается, что если сравнивать данные с минувшим годом, то тогда венгры считали все-таки самой большой угрозой Россию. Она на 12 пунктов опережала Украину. Что еще интересно, этот соцопрос сам проводился весной. Эти данные известны были весной. Но вот визит Орбана в Москву сопровождается такой статьей венгерского независимого издания. Как это понимать? Возникает вопрос, так ли, что оно независимое, это издание, раз оно так вовремя для Орбана вывешивает эту заметку. Да? То есть, ну, так бывает на самом деле, когда издание действует под маской независимости, а на самом деле подыгрывает той или иной стороне. Поэтому думаю, что в данном случае мы имеем дело, в общем-то, ровно с такой ситуацией, поскольку это достаточно распространенный и достаточно примитивный прием. К чему такой информационный пролог сейчас? Вот какова цель? Ну, видимо, подгадали все-таки под... Знаете, видите, давно же, по сути, давно планировался Орбан как переговорщик между Путиным и Украиной. И, видимо, они давно этот туз в рукаве держали для того, чтобы его вывалить тогда, когда переговоры начнутся, чтобы... Ну, посмотрите, вообще-то вот как вас все не любят, вот, грубо говоря, так хотел, наверное, показать Орбан своим украинским визави. Ну, вот примерно такая у меня сходится здесь в голове логика.
Еще одну социологию хочу с вами обсудить, на этот раз социология Левада-центра, которая показывает, что больше всего сторонников продолжения войны среди россиян в Москве. В российской столице 56% выступают за продолжение военных действий и лишь 39% за переговоры. Хотя в целом по России, по данным Левада-центра, 58% выступают за переговоры и 37% за боевые действия. Меньше всего сторонников продолжения войны живут в российских селах, согласно данным социологов Левада-центра, 30%. Ну и наиболее воинственно настроены зажиточные россияне, среди них за боевые действия 40%, а больше всего сторонников мирных переговоров среди тех, кому хватает денег только на еду. Вот на самом деле это разрушает определенный миф, который был в информационном пространстве, такая вот социология, эти данные. Потому что утверждали аналитики, политические эксперты о том, что как раз средние и классы, богатые россияне, они как раз против войны, за то, чтобы снимались санкции и так далее. Ну и считали, что очень мало, обитовало такое мнение, сторонников продолжения войны среди жителей Москвы и Питера. Якобы они за прекращение боевых действий. Видим абсолютно другие цифры. Как это? Алена, можно, вы знаете, здесь, к сожалению, надо констатировать, что ни в одной диктатуре невозможна нормальная социология. То есть и то, что вы сейчас приводите, это не реальное мнение населения, а это то, как население предпочитает говорить, когда видит перед собой социолога. И москвичи, понятное дело, там, как правило, больше образованных людей, людей, которые понимают, что в стране существует вот эта охота на ведьм, в стране началась открытая борьба с инакомыслием, и москвичи прекрасно понимают, что они могут быть интересны какому-нибудь ФСБшнику, какому-нибудь прочему блюстителю, так сказать, вот этих новых путинских законов. Поэтому москвичи, я думаю, больше врут социологам. В этом вся история. И в какой-нибудь деревне, когда там как бы ведется какой-то опрос, там простодушный какой-нибудь Вася, он вполне себе может сказать, что да, блин, надоела эта война, не думая о том, что сейчас с ним говорит не социолог Петров, там, да, ФСБшник там Иванов. И, соответственно, здесь вот ровно об этом мы говорим сейчас. Потому что на самом деле, конечно, здесь действуют общемировые законы. Чем более человек образован, тем больше он сторонник мирных решений тех или иных вопросов. Так как все-таки в Москве и Питере живет более образованная публика, так уж получилось в России с ее гиперцентрализацией, все лучшие приезжают в две столицы, ну и, может быть, частично остаются в еще паре тройки городов, в которых более или менее можно жить. Во всех остальных местах остаются те, кто не в состоянии был в силу своих личностных качеств, как бы, да, себе вот этот переезд обеспечить. Соответственно, здесь просто люди, которые более приспособленцы, люди, которые более знают, что говорить в какой момент. Что тоже их не красит, на самом деле, но тенденции, которые вы зафиксировали, к сожалению, зафиксированы быть по российской социологии не могут никак. То есть Левада-центр, когда говорит о том, что они независимое агентство, это тоже не соответствует действительности, потому что Оно в последнее время, конечно, более зависимо, чем раньше было, но я здесь в данном случае говорю даже не о том, что они подтасовали результаты. Дело в том, что люди, которых они опрашивают, люди сами подтасовали свой собственный ответ. То есть как бы когда спрашивают среднестатистического москвича, там, отловив его где-то на улице или по телефону, скажи, пожалуйста, ты за войну или против, то, соответственно, москвич, понимая, что в стране идет охота на ведьм, и понимая, что он может быть каким-то объектом нападок от того или иного источника, соответственно, он думает, что лучше уж от греха подальше скажу-ка я, что за это долбанное слово, и буду целее. Собственно, вот так вот оно и получилось.